Но все-таки начать нашу встречу мы хотели бы с другой песни, не с песни Виктора Берковского, а с песни, которую мы с Виктором Берковским часто пели после записи первого диска «Песен нашего века», в которой эта песня вошла. Это песня Юрия Алексеевича Кукина, которого мы вчера похоронили. Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы солнца, их ты песни и дожди. Пусть полны, полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. Мечтами и за запахом тайги. Пусть полны полно набиты мне в дорогу чемодан, память, грусть, невозвращенные дороги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Пока мы будем петь Юлины песни, он будет с нами. Он будет все время. Приходите, в воскресенье здесь будет концерт. Юрий Алексеевич должен был выступать, отмечать свой день рождения 17 числа. Но вот мы будем отмечать этот день рождения уже без него.